450 саженцев крымской сосны уже готовы к посадке. Редкие хвойные первыми заселят зачищенный от сухостоя участок городского дендропарка. Рядом озеро. Специалисты дендропарка уверены, здесь, на участке, освобожденном от диких зарослей кустарника, любительницам прохлады будет комфортно. На этой территории мы решили высадить крымскую сосну. На будущий год планируем посадить дубы и березу. В дендропарке развивается и своя внутренняя миграция. При необходимости можно переселить даже взрослое дерево. С помощью специальной техники дерево можно извлечь из земли, не повреждая корневую систему, а затем также пересадить. Мы специально купили спецтехнику белорусского производства. Спереди у него установлена гидравлическая лопата, которая позволяет в считанные минуты выкопать дерево с корнем и пересадить его в новое место. Сегодня коллектив дендропарка ведет работу только по созданию благоприятных условий как для зеленых насаждений, так и для посетителей парка. А информация о якобы подготовке участка у озера к строительству коммерческого объекта не нашла подтверждения.